что не хватило для победы себе? Ну, в какой-то момент вот при счете 9-7, когда я вел, что-то где-то, может, промелькнула мысль какая-то, что вот она, победа где-то близкая. Вот я вот на две секунды, знаете, на несколько секунд выключился из боя как будто. И вот получил вот эти два укола, счет сравнялся. Потом резко пошел отыгрывать этот укол. Ну, то есть вернуть преимущество. Опять же получил этот 10-й укол. То есть и как бы вот выключился вот на этот промежуток времени. Вот это мне сломало, в общем-то, весь бой. В принципе, бой шел так достаточно в моем русле, можно сказать. В принципе, я владел, так сказать, инициативой и сам строил бой, как схему боя. То есть она шла, в принципе, в моем русле. Вот эти две секунды, когда я выключился буквально, как будто подсознательно, наверное, из борьбы, вот это вот помешало мне довести бой до победы. Как готовился к чемпионату? Там было меньше месяца, перерыв с гран-при. Ну, у нас сейчас был плотный сбор достаточно с 9 по 16 число. То есть у нас практически сейчас, ну, идет сейчас начало олимпийского отбора с мая начинается. То есть у нас сейчас был очень плотный график. Мы готовились без выходных, вплоть до 16 числа тренировались. То есть у нас выходной, по сути, был в день приезда 17 числа. 18 числа вот у нас уже был турнир. Так что мы, в принципе, были в достаточно нагруженном состоянии, достаточно, то есть не сказать, что свежие, легкие, то есть была достаточно большая подготовка, серьезная. Как, на твой взгляд, для тебя складывается этот сезон? Ну, этот сезон, как бы, сейчас пришел у нас новый тренер, итальянец, то есть по началу сезона было, конечно, тяжело понять, что хочет он от нас, как это все-таки другая школа, другое понимание фехтования, другой взгляд совсем, можно сказать, это у нас советско-российская школа, все-таки отличается. Вот. И вот он пытается нам принести новые тактические идеи, новые схематические тактические идеи. То есть и было по началу сезона, конечно, тяжеловато это все понять, усвоить. Но сейчас вот более-менее к концу сезона, я смотрю, и у меня получается, и у ребят многих складывается фехтование. То есть, в принципе, то, что требует тренер наш старший. Вот, и я думаю, что с этой работой, вот, мне кажется, мы должны прийти вперед, что-то должно получиться. Спасибо большое.